Всех приветствую на канале Аптод Лайф. Мы продолжаем прохождение The World 2. Вот, и у нас небольшой праздник. Такой 300 подписчиков, наконец-то. Круглая цифра. Всех благодарю. Всем спасибо большое за поддержку канала. Вот. Давайте мы продолжим. Сейчас посмотрим, может тут магия какая-то появилась новая. Молния. Вот, кстати, заряды я бы выкупил. Сражение не знаю, а вот урон можно тоже взять. Кристалл урона, кстати. Это льдом 75. Блин, прикольно. Кстати, не знаете, что можем сделать? Можем... Кристалл урона такой. Всегда приятно иметь дело с таким клиентом. Улучшить. Больше мы вытащим вот этот. Вроде по два, да? Вот, объединить. Получим 50 урона. Так, преобразование. 50 урона некромантии. Эти еще немножко улучшили. Так, и тут что у нас? Увеличить нагрузку. Еще один алтарь. Не знаю. Возьмем. Почему бы не взять? Так, по заданиям, честно говоря, что-то... Не помню, вроде ничего нет уже, да? Вот, прямиком в брюхо зверя. И все. Ну, поехали, что? Вот сюда. Как нам сюда попасть, то интересно. Тут и закрыто все. Паучье логово. Блин, а как туда попасть-то? Видите, горы вокруг. Вот тут-то можно как-то, а как мне сюда-то попасть? Интересно. А, может мне портануть должны, блин? Стопэ. Ну-ка, давайте попробуем встать кое-куда. Может, мне надо в портал встать, и я туда портанусь, потому что на вид, я не смогу туда попасть никаким образом. Так. Ну-ка. Нет? Блин. Что-то печально как-то. Ой, печально, да там. Ты нашел его? Нет, еще нет. Прошу, возвращайся, когда выполнишь мою просьбу. Я скоро... И ну как мне туда попасть-то, ё-моё? О, ребята, еще. Блин, тут только куптов здесь вообще жесть. Так, сила. О, еще одна ловушка, еще один заряд. Молнии. Так, ладно, это мы не будем брать. Так, у тебя что? Жизнь. Одна сила. Вода. Спа вода. И тут, ладно, возьмем. Так, ладно, погнали отсюда. Голда заканчивается. Не знаю, будем искать как-то этот проход. Скорее всего, мне кажется, что можно пройти через вот Загдан, наверное. Там, наверное, где-то есть проходик. Так, вот где? Может тут, кстати? Ну-ка, давайте попробуем сюда. Да чё ты айкаешь-то? Пятый полк, айк. Так. Во. Ну-ка, проверяем. Какашки. На тебе под ноги какашку. Ну подойди немножко, подойди. Ну ребята, чё вы все какие-то? Разберемся поскорее.
Да черт, блин, сейчас все грохнет. О, нифига, он этот аватар. Смотрите, что делает. Да блин, да чё ты не встаешь-то? Ладно, давай так. Старыми способами, методами. Богато. Так уж и быть. Надеюсь, оно того стоило. Еще шакала кот и грохнул. Так, а тут? Кожа, кожа. Убираем кожу. Видите, здесь я не был. Здесь я не был. Да черт, блин. О, видите, несколько раз и все, наконец. Отмычка сломалась сама. Лучше бы магия была по открытию замков. Три выносливости, кстати. Надо вытащить камушек. Пригодится. Можно... А, у меня больше нет такого. Или может улучшить, может. На живот, кстати, можно еще улучшить. Оп. 40 уже. Так. Видите, здесь какой-то проход есть. Странный маленький проход. Лучше разберемся поскорее. Гиены. Гиены. Так, ой, скорпионы тут обитают. Ну, смотрите, скорпионы как быстро валят. О, выросли уже. Так. Так. О, видите? О! Оказывается, как все просто-то. Кто ж знал? Хвостуны, кстати. Вы помните, хвостуна валили долго? Так, давайте ему с толчка. Да в бой сразу. Посмотрим, как вы с хвостунами будете сражаться. Ох ты, блин, они идут. Это я хочу вот так вот еще. Эй, хвостуны, я здесь. Ой, они ваншотят, смотрите. Сейчас не кидаю его лучше. Во, во, во. Ай, блин, тварина. Все, готово. Что тут Кармагеддон какой-то. Где? Три хвостуна и два зомбака. Да, они говорят, что они недовольны моей работой. Их собрать и всех перебили. Вот. Ну ничего страшного. Главное, вы живы остались, чуваки. Для меня хвостуны это уже гиены обычные. Два удара и готово. Так, а там что, метка что ли? Это сила воли. Блин, меткость. Все-таки. Так, вы что, сумасшедшие что ли? Бесстрашный воин. Ой, блин. Защита от яда срабатывает, кстати. Не ядом так бьют. На сапогах у нас защита от яда. Плюс два. Ух ты, блин. Все, ядом, видите, гасит. Падло. Так, а что у хвостунов там вообще что-то? Чуть 5 электричества. 25%. Можно, конечно, попробовать поалхимичить. Но здесь алхимия какая-то, ну, не очень, наверное, интересная, потому что постоянно действий нет. Никакого постоянства нет в алхимии. Скучали? Зеленый. Таракан какой-то. Ох ты, блин! Ты черный хвостун. Сильный, небось. Да нет.
Ой, на кого-то тараканов похож, реально. Ух ты! Так, тут что-то валяется. А, останки дракона. Зуб дракона. Раздобыть зуб для магистра Датана. Ментальный удар. Ударов вообще миллион всяких разных. Заметьте. Так, это что такое? Последняя дума голема Матео. Кубик. Ой. Ну, давайте прочитаем. Коротал на свете век, очень глупый человек. Разбрело в башку ему, мол, слеполю по-своему. Образу подобию, тварь себе угодную. Я из глины тварь создам, словно божество я сам. Глину он копал, таскал, глину он с водой мешал, а потом ее месил, а потом ее лепил, а потом топил он печь, чтоб как пряничек испечь. Тварь себе подобную и себе угодную. Наконец момент настал, из печи поддон достал и в восторге завопил. Пряник глиный ожил. Только в големе его не хватало кое-чего. Вот рука и вот рука, вот нога и вот нога, только промеж ног его нет вовсе ничего. Без того ж, без самого, не родится никого. Голем, значит, помрет, так и не продолжив рот. Вот пришел последний срок, ляг бедняга и изрек. Трудно быть на свете тупиковой ветвью. Что-то как-то... Ну, видимо, это перевод просто такой, тут не все прям. Я как у какого-нибудь там Шекспира там или кого. Так. Как смогли, зарифмовали по полной программе. Так. Голем — магическое создание. Зачем ему там между ног? Ой, чё? Так, плюс каменное, каменное, да? Рабочее место. Ой, Может, в другой раз. Да давай в другой. Да мне лучше в этот, конечно. Так, такая хрень. Не нужно. Прикол в том, что здесь, видите, останки реального дракона, видимо. Один зуб мы только забрали. Ну, как обычно, там все правы, то есть сказали, вот иди туда, и там найдешь там то-то, то-то, и там это реально есть. Откуда они знают вообще? Откуда? Королевский перекресток. Ну все, сейчас зуб дракона отдадим. Вот, и награду мы получим. Нате зуб дракона. Ты нашел его? Да. Превосходно. Я уже начал думать, что тебя постигла неудача. Теперь мы можем начинать. Я получил известие от капитана. Все готово. Готово для чего? Следуй за мной. Я хочу тебе кое-что показать. Портанет, наверное, куда-нибудь. Я же говорю. Следуй за мной. Ну, меня же убьют. Он капитан. Все готово, Вал. Капитан, капитан, подтянитесь. Ну-ка. К чему вы готовы-то? Я вообще пока не понимаю ничего. О. Можно же как-то поставить? А, вот так вот. Все равно я медленнее хожу, видите? Пешком. Так. Спокойно. Они шустро ходят. А, эти что ли, кристаллы?
ну, место с этими кристаллами. Да я помню. Да помню это место. Что происходит, а? Дай мне клык, и я тебе покажу. И давай ему клык. Он тебе сейчас такое покажет. Показал подписку на канал. А сейчас големы встанут. Сейчас и будут големы. Без тех самых мест, которых писали в стихах. Типа наша армия против этого Генрюсая. Ой, как его там? Генхарда. Я уже забыл, как его зовут. Ничего удивительного тут. Все в порядке. It's alive. Получено достижение. Что это? Это наша армия. Мой големы и звериты. Ими очень трудно управлять, но еще труднее их создать. Особенно в нынешних обстоятельствах. Вот зачем капитану потребовалась верита. Для чего они? Попробуй догадаться. Избавить город от власти империи? Если поднимется восстание, Гандахар, вот. Гандахар просто пришлет новых солдат. Единственный способ изгнать имперцев из города – уничтожить то, что привело их сюда. Рудники. Именно. А к чему действовать в открытую, если можно создать видимость, будто верита сама себя защищает? Гениально. Правда же? Но как тебе удалось собрать их? Нам стоит благодарить Горлога. Если бы Фал и его люди не обнаружили пещеры, ничего бы не получилось. Они собирали големов с помощью тех, кто бежал с рудников. Но главное, это зуб дракона, который ты принес. Надо было несколько зубов. Погоди-ка, Фал? Фалонон мясник и правда умеет держать язык за зубами. Это всего лишь ради того, чтобы проникнуть в башню? Чтобы у тебя все получилось, мы должны обмануть Гандахара. Я пришел к выводу, что магия, которой защищена башня, связана с ним. Если она черпает силу напрямую у него, наш единственный шанс – отвлечь его внимание. Откуда тебе все это известно? За долгие годы я с помощью других искателей приключений не раз пытался узнать, что именно Гандахар прячет в башне. Среди моих помощников был и молодой Фаланон. Методы Гандахара не такая уж загадка. Было время, когда мои знания превосходили его собственные. Когда выйдешь из пещеры, направляйся на юг, пока не доберешься до древних развалин. Используй портал, он приведет прямиком в подземный лабиринт. Но будь осторожен, пути назад не будет. Единственный выход наверх находится на другом конце лабиринта, прямо под башней. Хорошо, пора начинать. Подожди. Я не могу отпустить тебя с пустыми руками. Прыгай, мне золото, да? Не нужно, а тебе оно придется кстати, чтобы вооружиться чем-нибудь получше обычной палки. Выбирай сам. Обычная палка. Топор? Может быть, лук? Если интересуешься магией, я бы мог обучить тебя заклинанию. Какому? Отказаться от урока знаменитого мага? Я не так глуп. Отказаться от урока знаменитого мага?
я не так глуп. В таком случае, я дам тебе камень и свитки, необходимые для заклинания. И, конечно же, формулу. Заклинание? Что же это будет? Воздух? Огонь? Или, быть может, вода? Подожди, некромантия. Дай догадаюсь. Это воздух, не так ли? Честно, я бы лучше взял какую-нибудь, не знаю, там, некромантию. На самом деле, я бы предпочел огонь. Что ж, быть по-твоему, заклинание мести. Спасибо. Я желаю тебе удачи, не только в башне, пока все это не закончится. Спасибо, Датан. Передавай капитану мои наилучшие пожелания. Предмет чары воплощения, мощь, урон. Да, он мне там заклинание накидал. Слеза Малеэль у меня, кстати, есть. Слеза Малеэль. Малеэль. Так. А что, я не могу, что ли? Более улучшить не могу. Свое заклинание. А вот у меня огонь. Так, чё, куда нам идти-то? С големами поболтать? Я никогда не забуду того, что ты сделал для Гарлифа. И вон тут еще, кстати, видите, не собрал он нас с того. Нет, так-то он прикольный, игрушки. Я бы сам себе такого бы закрафтил бы. Чтобы научил меня делать големов из бериты. Падла, а не маг. Гаденыш. Отделался каким-то огнем. Так, как нам отсюда теперь выбраться? За пещеру. Ну-ка, вот с той стороны что? Вот тут, а что вообще тут-то есть? Тут-то есть какой-то... Ах, ты ублюдок! Так. Подглушение. Да, блин! Крысу вон там вали. Пищат. Иски пищат. Что тут у нас? Та хрень какая-то. С первого взгляда могу понять. Вещи нам не нужные. Так, а вот тут магические должны быть. Либо луки всякие там. Ну да, кстати. А мы же надели, да? Да, 35. Да, мы все надевали уже. Ну все, погнали отсюда. Не зря зашли. Так. Можно сходить, продать все. Пещера хрустальных големов найден. Угу. Ты где? Ё-моё. Путь в башню. Ну, давайте мы сначала протанемся в баю. Блин, в баю. Баю. Ай, в бае-то нет никого. Тогда мы протанемся к магам. Там вроде даже ночью бывают торговцы. Вроде как бывают. Не всегда. Ага. Ну да, не, я не прав. Их не бывает тут. А тут есть.
Тут нет, блин. Куда мне это сдать-то? Если только к орку, кстати, да. Мне пришла мысль. Мы туда уже давно не заглядывали. Гортариус. Темно. Не будешь со мной еще разговаривать? Вообще не хочется со мной разговаривать, гад. Гаденыш. Может, к Дарфе зайти? Ну, хотя... Блин, я уже изменил Дарфе, поэтому... Она будет не очень рада нашему приходу. Вот Сакарис будет очень рад. Так. Так, весь хлам мы продаем. Я на грустного Нури. Так, ты разберу? Да не знаю, тоже разберу, наверное. Это разберу. Вот это можно продать. Так, и вот эти вот всякие пухи. Некромантия топовая магия. Почему? Потому что, видите, он нам посохи смерти еще раздают. Блин, не хватает. Так, вот это надо разобрать еще. Вот это разобрать. Это разобрать. Вот это разобрать. Вот, а не, вот если кожу, то мы лучше продадим. А вот еще, кстати, посох некроманта. У меня уже три. Три сущности. Вот и все. Так, к Дарфе я хочу зайти. Что она скажет? Скажет, изменщик. Так, привет. Хватит тратить время попусту. Блин, вообще со мной не общается никто здесь. Забыли про меня. А ты ублюдок. Ублюдки. Так. Ах вы ублюдки. Ладно, мы тогда вернемся. Пещера хрустального голема. Так, а здесь кто у нас будет? Кто нас встречать здесь будет? Зачем мне эта меткость вообще? На кой мне ваша меткость? Вастуны. Не знаю, я не буду собирать лут. Нафиг он мне нужен. Я алхимией не занимаюсь. Скучали? Столько варнов каких-нибудь. Ой. Видите, я сильно выносливость не качал, но мы там наставляли камней всяких разных, поэтому выносливость все равно нормально вроде там. Ну, хотя бы 44. Хотя бы. Ну, хотя бы. Зато он некромантия максимально. Однако мы можем, если ну, есть такие камни, можно некромантию прокачать. На плюс там 12, вставить еще магии до 12 уровня, думаю, вполне, наверное, будет, должно работать. Приятно было познакомиться. Должно работать. И что-то как-то 5 плюс 5 у нас получается. Не очень. Интересно, можно сделать магию тройного действия? Запихать туда все сразу. Я загляделся так. Вот туда, в третью нельзя, что ли? Жалко так. О, видите? То, что мне надо.
Преобразование. У меня даже навыка нету. Не прокачан навык. Поэтому я не могу прокачать еще более. Более. Однако, мне кажется, что со следующим навыком там прибавится еще слотик с камнем. Можно еще камешку ставить. Скорее всего. Это очень даже неплохо. Не знаю, могли бы каких-то реально варнов крутых. Вот помните, как мы босса валили? Который с двух плюх меня. Ой. Каких бы варнов крутых. А то что-то у нас уже... Сколько тут? Пол игры прошли где-то. Мы до сих пор сражаемся с варнами слабыми. Что за бред? Я их так завалю. Уже неинтересно так. Ай, блин. Видите, огонь наносит урон. Видите, оп. Ну что показать, резок? Оп, видите. Оп. Видите, тут скелетон такой. Череп. Может, что-то откопать можно, как в готике? Нет. Нифига. Посох воды. Здесь всякие полам всякие. О, яйца их волосатые. О, блин. Пушок. Так, и вот тут что-то. Тоже пушок. И обезьяна вон снова жареная. Не успели приготовить ее, ну какая-то, ну, не готовая вообще. Ой, там телепорт. Так, стопэ. Нам мешать сейчас будет. Поэтому надо его грохнуть. Ты ублюдок. Ублюдок. Это какой-то замок. Туизишный. Может, тут что-то квестовое? Хрень какая-то. 12 смерти. Защита от смерти. Портал руины забытого храма. Вот. Какие-то храмы здесь. Ну, скорее всего, портал здесь, чтобы я, типа, пошел продал все. Тем более посветлело, мы можем в баю портануться. Потом сюда обратно, в руины. Что насобирали тут хлам все. О, площадка еще личная, видите. У меня уже 4 штуки. Не, идея в принципе хорошая с этими площадками личными, но с другой стороны, знаю, зачем пользоваться особо, ну, ими, если их нельзя использовать в закрытых помещениях, да? Вот если бы можно было в помещениях использовать, как в первой части, тогда ладно. А тут нифига нельзя. Ну и какой толк? Я бы мог в пещеру тпхаться так раз быстро. Продажа! Только на этой неделе! Потише мне. Лух обостренный. Так. Накидка. Закидка. Плюс 6. Но амулеты все одинаковые. Плюс 3. Ой, ой. Сколько тут хлама. О, восстановление сил минус 2. Да не, мы лучше возьмем камушком. Мы же все равно не пользуемся. Поэтому лучше с камушком. Камушек нам дает какую-то прибавочку, хоть чего-нибудь. Всего хорошего. Чему-нибудь. Заходи почаще. Посох воздуха. Посох воды. Вода. Ну и все. Так, вот к этому можно сходить, но интересные вещи бывают. Как ваши дела, господин? Но не в этот раз. Верховный посох огня, кстати. Заходи, ребята, чувак, откуда у тебя?
Русские посохи, блин. А, не, новые поступления идем, да. Мы почти к цели прибыли. Руины храма. И еще один телепорт. Зачем он? А, скорее всего, телепорт, который нас портанет на другой остров или что? Ну, мне так кажется. Может, на маленький тот островок, а может, сразу на крупный. И по-любому на крупном Гандахар там тусит этот. Пудово. Ну, то пудово. Видите? Пойти через подземелье в каменных пещерах. Что там кто-то есть? Да блин, кто-то там есть же. Двери открыты. Разберемся поскорее. Да, хвостунов накидали самые сильные враги. Блин. Сильнее пока никого не видел. А, циклопы сильные самые. Только мы циклопа одного за всю игру видели пока что. Шаман Варн. Он всех. И всех одним ударом. Ой, этот, блин, тоже помер. Так что всех одним ударом, реально. Надеюсь, оно того стоило. Посох смерти. Так, а тут что за посох огня? О, сила воли 3 еще. Так мы можем, кстати, еще силы воли поднять. Ой, как, кстати, у них лут тут какой хороший. Преобразование. Где у нас сила воли 3? Вот есть сейчас сила воли 3. Можем их соединить. Получить силу воли 4. Да это бред. Было бы сила воли 6. Так, выносливость. Вот еще сила воли 3. Включить дополнительный параметр на 90 делать возможно дальнейшую работу с предметом. Это, кстати, скорее всего, надо все камни, чтобы открылись шмотки. Вот. Надо полностью шмотку прокачать. Вот все камушки, наверное, открываются, и последний вставляется в слот, как раз вот тот камень заключительный. И он увеличивает все параметры. По-моему, при первом прохождении я качал это все и вставлял эти камни. Но вставлял я уже к концу игры вроде, потому что это, ну, не так-то просто прокачать. Там столько кожи надо, всякую лебединю. Хотя, в принципе, может и не к концу. Не помню точно. Может и не к концу. Так. Лут хороший, кстати. Видите, посохи крутые. Ну, в смысле, как крутые. Сущности. Сущности способ. Самое главное. Плюс вон еще всякие камушки. Все полезное. Тут какой-то камень. Сила воли 2. У нас была еще сила воли 2. Нет, сила воли 3 только. Так, вот тогда разбираем. Видите, сколько сущностей. Походу, специально нам тут посохи раздают. Ой, земли еще. Типа качай, качай, конец игры, да? Да не, навряд ли конец. Только начало. Прыгун этот, блин, с хвостом. Ой, я прочитал, как задание провалено вообще. Так, это что такое? Что-то понять не могу. Мрачный есид. О! С мрачным есидом не поболтал. Как мне туда вернуться?
Я хочу с мрачным Есидом поболтать. Или завалить его. Мы никуда не торопимся вообще. Откуда вы беретесь, правда? Штанишки. Штанишка. Так, где-то тут какой-то мрачный есид должен быть, которого нет. Нам, наверное, снизу где-то. По-видимому. Где там снизу. Или наоборот сверху тусит. Так, а и там что? Там выход. Да, там выход. Надо было сразу в ту сторону гонять, завалить монстров. За них опыт она нормально сыпет. Хотя я уже качаюсь как-то очень медленно, прям вообще. Устаю качаться. У нас левел-то какой. Не поверите, но у нас всего лишь 26 уровень. Всего лишь 26 уровень. Этого мало. Этого мало. Мы в первой части какой поднимали? 50 или какой? Или 50-й? Ну, вот по пол игры мы прошли, наверное. Может даже меньше, чем половина игры. Блин, что-то игра тормозит. Ой, за мумии, кстати. За мумии нормально раньше опыта сыпало, сейчас нет. Сейчас уже нет. И тормозит, блин. Мумия. Тормозишь, мумия. Да вон тебе под ноги сейчас, наверное, сыплю. Блюдок. Red Blanche. А вот это подземелье, наверное, небось, да? Давай еще медленней открывать. Ужас какой-то. Что тут у нас? Эльфийский доспех какой-то. Ой. Что это там? Ой, сейчас сорвется, смотрите. Или непонятно, чем там держалось. Вон, видите там? Сейчас реально разорвет. Тут, не знаю, астрал или... Какие-то фильмы это были. Паранормальное явление какое-то, блин. Ё-моё. Вы кого тут напихали-то, а? Каменные стражи. Короче, всех самых таких забористых чуваков запихали. Ой, там какая-то магия. И умение стрелять, распнуть ловушку. Кнопка ловушки. Ну да, пора бы уже ловушки ставить. У меня магические ловушки есть. Чем мне такие ловушки? От стен буду отбиваться. Улучшенная награда. Одно очко навыка. Так. Да я хочу магию докачать тут что-нибудь. У нас есть ворожба есть. Есть мудрость, например. Есть знания вот. Карта воплощения, максимум карта воплощения. Видите, я могу раз воплощение. У нас теперь 7 воплощений. 7 воплощений, это у нас прибавка к чему была? Пускай 4 снаряда со скоростью. Быстрее лететь будут снаряды. Да на тебе, между ног. Тут уже ничего нету. Ах, ну чё ты? Блин. Ах ты ублюдок! О, я хочу проверить кое-что. Ну-ка, подходи.
Оп, оп. Давай, иди сюда. Мумиё. Эксперимент удался. В одном квадратном метре. Давайте еще пару экспериментов. Лучше разберемся поскорее. Давай несколько ловушек сразу в одной. Давай, подходи. Да даже подойти не могу. Мне кажется, знаете, что можно сделать в ловушках? Кто там воет? Так, нет, не духовные. Как я это делал-то? Создает ловушку. Вот, создает ловушку. Мы вставляем какой-нибудь огонь. Пусть он будет бить огнем, например. И сюда мы вставляем, ну, пусть там мощь, например. И, не знаю, заряд. Не заряд, наверное. Вот. Урон огнем. Нет, мы не урон ставим. Полностью восстанавливать физическую энергию. Время. Более высокие прыжки. Так, более высокие прыжки. Вызывает вспышку яркого света, укрепляющего врага. Вот, кстати, наверное, да? Свет, источник света. Предмет света. Вот, наверное, так. Здесь можно, в принципе, не огонь тогда. Некроманты. А здесь будет ослепление. Я думаю, так будет 100 раз круче. Смотрите, вот, ну вот просто пример. Нам этого просто, ну, особо не хватало, я думаю, с самого начала игры. Мы этим, в принципе, занимались раньше. Так, они все снизу, блин. Ай! Ну я как обычно. Как-то криво все сделал. Так. Вот, смотрите, идут зомби, да? Такие. Оп. А где ослепление? Вот, видите, ослепился. Ну, что-то как-то через раз работает. А, во. А, ослепляются его остальные. Он сам не ослепляется. Не, ну, в принципе, что, нормально. Надо будет улучшить это заклинание просто. Ладно, я не буду лут с них собирать. Нафиг мне нужно. Так, а тут какая-то хрень нарисована, смотрите. Что это? Что это такое? Вот это вот, что это такое? Это значок, как в первой части, вот значки были на карте. Вот. Я оттуда пришел, не? Я отсюда пришел. А, понятно. Что-то он как-то, видите, в другую сторону повернул на карте. Рива. Ладно, давайте дальше погнали. Лучше разберемся поскорее. Куда бежишь? А! Он сейчас помрет. Я говорю, мне впадло еще уже собирать лут. Я же понимаю, что нам голда может и пригодиться в будущем, но... Блин. Мы столько магии не собирали. Разве. Так, а тут что такое? Я буду собирать с сундуков. Вот, или с гробниц. С гробов. Сундуки, гробы, все... Все как надо.
по-бомжатски. Так, а вот там я не был. Я всегда пропускаю места. Ой, блин! Ой, зря я сюда пошел, походу. Ух, испугался я что-то. Испугался. Видишь, даже побежал в другую сторону. А, так не пройти. Ну, можно было туда и не идти тогда. Чё, кто еще вылезет? Кто еще меня напугает? Вот тебя. Оп. Смотрите, вот теперь мы можем так раз отпрыгивать благодаря подписчику. Он мод мне тогда скинул, я уже говорил. Оп, так вот раз. Оп, как в первой части на Q нажимали, отпрыгивали. Вот тут на пробел уже. Так, раз. Оп, и отпрыгнули. Ах ты урод. Знаете, видите, ножкой добиваем. Тебя тоже может добить. Ты ублюдок ты. Да некроманту можно все. Эй. Некроманту можно все. Некромант бессмертный. Видите, вот в этой туче стою, я неубиваемый. Они помирают, а я не. Я бессмертен. Так. Ой, ты что, вообще тяжелый какой-то замок. Гроб на замок закрыли, вы что, ребята? Чего докатились-то? Гробы уже закрывают. Хоть так. Чё, Тиздейл, иди сюда. Туда попаду. И монстр. Вот, я как снайпер. Издалека гашу. И тут уже музыка изменилась. Так, ну здесь по-любому что-то должно быть, а? Какая-то странная гробница, вообще ничего тут нету, блин. Какие-то монстры, которых я убиваю с ну удара. Почти. Блин, ну, в принципе, я могу с одного, я просто вот встаю, так они помирают. Я не могу помереть. Они сами сдохнут сейчас. Ой, а я сдох тут, блин. Почти сдох. Ладно, не хватает мне еще немножко сил. Переоценил себя немножко. Чуть-чуть переоценил. Так. Да, это мы-то. Если мы так пойдем, либо так пойдем. А, вот. Вот сюда можно сходить, пика. Пик. Ага. Ну что, кто-нибудь вылезет. Привет, друзья. Ой. Кстати, сильно бьют. Оп. Давай. Я отпрыгнул. Ай, не успел отпрыгнуть. Я напрыгиваю. Напрыгиваю еще. Все, ты уже труп. На, еще ножкой тебя. А, я тебе помешаю ножкой. Ногой всех валю. Как ходячих мертвецах там. Раз. И все. Сколько у меня... Так. Сколько некромантий-то, а? И там тоже все заперто. Видите, как прикольно стреляем куда угодно, и сам летит. О. О. Готово. О,
и щечку дали. Думаю. Готовое кольцо. Ну когда с тремя сокетами будет, будут кольца? Так. Что могу улучшить небось? У меня есть кольцо. Так, сила воли. 3. 4. Может даже 2 силы воли 4 есть, может сделать силу воли 5. Так, мы знания тогда качали, давайте мудрость. Так, и отражение, если отражается один раз, уже два раза. Давайте так сделаем. Оп. Так, стоп, стоп, стоп. Оп, 8. Так, это 7. Все. Все, побежали дальше. Конец серии будет. Конец серии, да, уже близок. Ну и конец этой этого проклятого места тоже близок. Так, я что-то куда-то побежал в другую сторону, не туда. Завернул. Не туда завернул. Че, у него половины хп нет? А, это, наверное, тот, которого мы попали тогда. Через отверстие. Ой. А видите, теперь отражается там по 100 раз. А, 2 раза отражается. Это вообще прям мощно. Что вам сказать? Ай, да черт, блин, я не попал. Чуть-чуть не попал. Самое главное не промахнуться. Остальное это фигня. Так, а что тут? Тут-то что-то, тут-то что-то. Ёлки зеленые. Да иди ты в сраку. Здорово. Заперто. Еще бы открыли тут. Все забито. Тут и там. Попасть-то никак не смогу. Чё? Прикалывайтесь надо мной, а? Вот здесь X как раз. Иксо. Путь башни. Стоп. Вернуться я могу? Блин, там я не сходил в одно место. Я нашел башню клыков. Блин. У меня есть еще здоровье. Чуть скорпионы какие-то мощные. Я предупреждал. Давай, щиль меня, скорпион. Чего? Кого? А я ж здесь был. Или нет? Что за бред? Я предупреждал. Так. Есть какая-то. Нет, я здесь не был. Просто место очень, ну, похожее прям вообще. Не знаю, взяли, скопировали просто. Зачем? Помните, с хвостунами сражались, только тут скорпион. Чем черный? Топ черный скорпион, а что у вас? Лут какой? Сильный. А, такой же лут. Да нам уже серию так-то заканчивать надо, я, блин. Возле башни этих скорпионов, то есть клыка, мы остановим серию. Следующую уже зайдем. Потому что по-любому там еще общаться я буду с кем-то. Наверное. Я так предполагаю. Это затянется, но очень долго.
прям веет это первой частью так. Блин, в первой части там места были вообще ужасные такие прям. Какой-то, блин, не знаю, стрельница или берсерка вот. И красное было там, блин. Все в кровище, как будто бы какой-то. Красным красно. Монстры какие-то шизанутые разные, там новые виды врагов там. Лорды всякие там. Магма, эти драконы из магмы. Непонятно, что вообще творилось. Так, ладно, давайте мы на этом серию закончим. Вот башня кулков долгожданная. Всем удачи, всем пока. Вот, с вами попрощается еще зомби. Вот, кстати. Всем привет передает. Да, да, всем пока, кто да не болейте. Вот, вот, все, всем пока.